друзья, всем привет! Сегодня умер Александр Фрумин, легендарная личность, человек с большой буквы, основатель ночного такси-студии, основатель русского шансона, человек, который всю жизнь посвятил музыке. Пусть земля ему будет пухом, низкий поклон, мы виделись с ним в Питере. Он подарил мне с правами песню Аркадия Северного «Комиссионные решили брать». Огромный человечище, который поражает своей энергетикой, своим умом, красотой души. Это видео, наверное, больше крик души, когда прошло уже 2 дня с момента его смерти, и СМИ, радио, все молчат об этом на своей странице. Алексей Степин, первый, наверное, один из первых, кто эту статью опубликовал по поводу смерти Александра Фрумина. Потом подхватил русский шансон, форум и blatata.com. Все, больше информации нет. Почему же так происходит, когда уходят великие люди? Почему же молчат радио и СМИ, эти продажные радиостанции, продажные средства массовой информации? Как же это печально, когда уходят люди такого масштаба и об этом молчат. Я написал слова поддержки жене Эльвире Фруминой, но видите, как жизнь у нас складывается, что все у нас за деньги. И сегодня человек такого масштаба ушел незамеченным из жизни. Я думаю, что это видео подхватит очень много людей, и мы сможем вместе рассказать об этом человеке, поддержав его, поддержав память о нем. И не будем забывать, что все мы смертные, и нужно помнить о тех людях, о тех творцах, поэтах, музыкантах, артистах, которые ушли, и всегда нужно чтить их память.